Всем привет! Вы на моем канале, и как вы помните, я котенок Макс. Сегодня я вместе с каналом Гайарос решил сделать для вас конкурс. Вот на одну из этих кукол. Я не знаю, на какую эту вы выберете. Ой, что-то я, наверное, потерялся. Итак, условия конкурса очень просты. Вам нужно быть просто очень активным на моем канале и под видео оставлять комментарии. Писать, что вы увидели, что вам понравилось, что вам не понравилось. И в конце следующего месяца, 20-го, один из вас рандомно получит на выбор одну из этих кукол. Какая вам больше нравится? Мне, например, больше нравится Дракулаура. Но вы сможете выбирать из этих двух кукол. Я надеюсь, условия были понятны. Если были непонятны, то пишите об этом в комментарии. И, конечно же, вы должны быть подписаны на мой канал. Ой, я забыл, а выиграть ведь может мальчик, а мальчик не захочет куклу, наверное, или может захочет. Но если выигрышным окажется мальчик, который не захочет получить куклу, я упал. Вы меня извините, сейчас я приду снова. Вот снова я. Итак, если выиграет мальчик, который не захочет получить куклу Monster High, то он получит фиджет спиннер. Я думаю, это тоже классный подарок. Ну что, давайте начинать наш конкурс. Я уже очень хочу узнать, что вы напишете. Всем пока-пока и до новых встреч!